Признаки закрывающегося рода, которые вы можете почувствовать на себе. Мой род накопил очень много негативного опыта. Чаша начала переполняться. Нарушения в родовой системе привели к тому, что мой род оказался у порога закрытия. А главная задача, которая на мне лежит, помочь этому роду исцелиться. Я кризис-менеджер своего рода. Как я это узнал? С помощью нумерологических расчетов и расклада Таро. Это мое родовое предназначение. Возможно, такое же стоит и перед вами, или же перед другим родственником вашей семьи, кто знает. Однако, если в вашей родовой системе присутствуют следующие признаки, это может говорить о том, что ваш род вымирает, и вам, даже если вы не кризис-менеджер, стоит задуматься над тем, чтобы его постараться исцелить. Первый признак – вы не можете забеременеть. Ко мне часто обращаются молодые девушки, которые не могут забеременеть. Они ищут проблемы в партнере, в здоровье, но не обращают внимания на ключевую причину – свою родовую систему. Именно когда род закрывается, у его потомков может обнаружиться такая проблема, как бесплодие или рождение детей одного пола, чаще девочек. Второй признак – странные происшествия. Суициды, гибель при странных обстоятельствах, зависимости. Если в вашей семье очень много подобного негатива, ваш род может медленно начать путь к закрытию. Сюда же можно отнести несчастные случаи и катаклизмы. Вам интересна эзотерика, магия и духовные практики? Тогда подпишитесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Малая продолжительность жизни. Признаком закрывающейся родовой системы является также малая продолжительность жизни ваших родственников, генетические заболевания, которые рано подкашивают здоровье ваших предков. Хотелось бы также вспомнить про психические отклонения. Нет мира. Следующий признак закрывающегося рода – это конфликты в семье. Вы можете заметить повторяющиеся ситуации, как прекращали общение брат с сестрой, сестра с сестрой, утрачивали связи и общение с родителями из-за обид. Это признак, что род стоит только на пороге закрытия, и если чаша негатива переполнится, он может закрыться. Дети. Выкидыши, аборты, смерти малышей во время рода – все это также может указывать на то, что род закрывается. Детей в закрывающуюся родовую систему не пускают. В том случае, конечно, если предки не начнут исцелять энергию своего рода. Благодарю, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.